Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение! Продолжаем тему «Вознесение в действии. Основы воспитания. Отец Абсолют». Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы поговорим с вами о том, как можно совместить воспитание детей будущего с нынешними реалиями трехмерного мира, в котором вы все еще продолжаете жить. Сделать это очень непросто, поскольку вся система воспитания и образования построена на том, чтобы загнать сознание людей в определенные рамки, в которых ими легко было бы управлять. В основе воспитательной системы трехмерного мира лежит послушание. Сначала старшим по возрасту, затем по званию в армии, по положению в обществе. Так выстраивается иерархическая лестница, в которой есть начальники и подчиненные, сильные и слабые, богатые и бедные, умные и глупые. Словом, дуальные отношения между людьми. И надо признать, что в условиях низких вибраций подобное воспитание и образ жизни людей были оправданы, иначе бы на Земле воцарился хаос. Все это продолжается и по сей день. Поэтому быстро сломать веками сложившуюся систему воспитания и образования, образа мыслей и действий, конечно, не предоставляется возможным. Так как же быть тем, кто осознал несостоятельность этой системы и кто живет уже в других энергиях, не соответствующих энергиям дуального мира? Перед вами стоит очень непростая задача, родные мои. Воспитывая по-новому своих детей и внуков, не развить в них при этом чувство превосходства, противодействия, неприятия старой системы ценностей и отношений между людьми. Иначе вы создадите свою дуальность, основанную на таких понятиях, как духовное и недуховное, правильное и неправильное, хорошее и плохое. Чтобы выстроить нужную линию поведения, вам необходимо будет придерживаться следующих правил. Первое. Никогда не осуждать детей и не сравнивать их поведение. Всегда можно объяснить ребенку, что другой не хотел его обидеть и что так плохо он ведет себя только потому, что еще не дорос до понимания того, как хорошо и легко жить в дружбе и любви. И посоветуйте своему малышу, вместо того, чтобы обижаться, показать пример, как можно поступить, чтобы всем было хорошо и весело. Именно так на практике он будет познавать закон Вселенной: внешнее отражает внутреннее. Ответив любовью на агрессию другого малыша, он увидит, как изменится поведение его обидчика и как хорошо затем они будут играть вместе. У детей это работает мгновенно, поскольку их тонкие тела еще не успели вобрать в себя программы трехмерного мира, и их действия носят непроизвольный характер. Второе. Ваше внутреннее состояние и ваш собственный пример явится для них самым веским аргументом того, что любой конфликт и непонимание можно разрешить только любовью. Дети видят и чувствуют абсолютно все. Их невозможно обмануть никакими словами. Они живут ощущениями, а значит, чувствуют излучаемую вами энергию, а не ваши внешние проявления. Именно поэтому вы так часто не можете понять своего ребенка. Его поведение кажется вам необъяснимым, а он порой страдает лишь от того, что чувствует ваше внутреннее напряжение, ваши страхи и обиды, ваше беспокойство и неуверенность в себе. Все это мгновенно передается маленькому человечку, который, не умея объяснить свой внутренний дискомфорт, начинает капризничать,
как вам кажется, совершенно на пустом месте. Поэтому, дорогие мои, если хотите вы видеть счастливым и здоровым своего малыша, обретите сами гармонию и покой. И тогда ваш ребенок преобразится на глазах, омытый вашими энергиями самых высоких вибраций. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «Основы воспитания».